Городок Поморье расположен на живописном полуострове, выдающемся в море. Чисто курортный городок с современными зданиями, аккуратненький, чистенький, и очень много людей здесь находится в летний период времени. Мы поселились в отеле «Апарт», который находится в 5 минутах ходьбы до бульвара и в 15 минутах ходьбы до пляжного побережья. Иван Иванов, хозяин, менеджер отеля, очень веселый, отзывчивый, добрый человек. В отеле имеется дворик, в котором можно вечером посидеть, отдохнуть. Здесь же находится барбекю и кухня, в которой можно приготовить любые виды пищи. Мы снимали двухместный номер с выходом на большую террасу, с которой открывается прекрасный вид на болгарские домики. Они, конечно, имеют специфический болгарский вид, но экзотика, экзотика. Нам понравилось. Отель сам старенький, в истинно болгарском духе прежних лет. С Иваном и его семьей мы подружились и до сих пор перезваниваемся. Он действительно интересный человек и очень активный, очень веселый и всегда готов помочь. Рядом с отелем, в 20 шагах за углом, имеется приличная семейная таверна с домашней пищей. Борщ, перцы фаршированные, мясные и рыбные блюда, десерты. Можно курить. Домашняя кухня. Домашняя. А на кухне просто чистота идеальная. Да, мерси. И цены приятные. Да. Цены приятные. Спасибо. И вам спасибо большое. Спасибо вам большое. Бакланы попрошайки проживают на соседних крышах, по-моему, там они и размножаются. И когда здесь люди кушают, прилетают сюда попросить какие-нибудь угощения. На фото Иван со своей женой Светой и Марина Толстова, которая приехала здесь отдохнуть немного из нашей Одессы. Ей тоже понравилось. 5 минутах ходьбы от нас находится Приморский бульвар, который тянется вдоль всего побережья этого полуострова. Здесь ресторанчики, отели, таверны. И просто можно погулять. Здесь зона променада тоже. Особенно она заполняется в вечернее время людьми. Мы нашли удобное место для купания с чистой водой и малым количеством людей у брикватора. Сюда приходят только местные жители. На торце полуострова находится большой яхт-клуб, но как-то он пустоват. Уголок старой Болгарии с деревянными домиками в национальном стиле. Сдаются под аренду
имеет свой, конечно, колорит, но сейчас в запустении. Все это побережье занято пляжами, тавернами, ресторанами, ну и потными людьми, которых достаточно много на пляжах, поэтому сюда мы пару раз попробовали сходить, нам не понравилось, и мы выбрали свое место, где людей было совсем немного, а вода была чистая. Предпочитали купаться на торце. Радостная встреча с болгарскими однокурсниками Одесского политехнического института. Ну, Наталье было очень приятно повидать бывших своих однокурсников. Вечером после пляжа все отдыхающие гурьбой валят на эту зону. Здесь променад, бульвар, рестораны, магазины, куча людей, но людей очень много. У нас на Дерибасовской вечером меньше. Но городок и отдых нам очень понравился.